Всем привет, уважаемые подписчики моего канала. С вами Задрот 100-го левела. Сегодня я начинаю проходить игру под названием Call of Duty Modern Warfare 2. Вот я уже загрузил первую миссию. Что ж, поехали. Понятно. Вы должны принять устойчивое положение и поразить цели, используя прицел. Рядовой Ален, покажите нашим друзьям, как стреляет рейнджер. Сперва присядьте, а потом прицельтесь по мишени. Все очень просто. Хочешь поразить мишень, целься через прицел. Укрытие малой прочности. Вполне можно пробить из некоторых видов оружия. Рядовой покажет вам. Солянова. Гранаты могут скатиться по наклонной плоскости. Дважды подумайте, прежде чем кидать гранату вверх по склону. Все, я уже могу идти, нет, пацаны? Спасибо. Опа, баскетбольчик. Оп, моё. Пошёл ты, козёл. Я так понимаю, сюда? Опа. Ну давайте посмотрим. Хорошо, теперь опять пистолет. Видел, как быстро. Выхвати пистолет быстрее, чем перезарядить винтовку. Улыбайся. Десерт Тыгл. На тебя смотрит шеф. Оп, очки. Дайте-ка я, наверное, пистолет сменю. Ну ладно, приступай. А что ты? Да, я думаю, сменю. Красавчик. Надо бежать, да, пацаны, быстро. Давай. Бегу. Опа. Здорово. Прыгаю, прыгаю. Пау, пау, пау. Сори. Одной пулей двоих. Давай. Найс. Да, я знаю. Давайте рядовой. Не, я пойду. Опа, чё это? Чё это? А, миссия новая, окей. Опачки, здорово. Окей. Туда, сюда. Нет. Откуда меня палят, твари? Это три. Блин, ничего не нужно.
Хорошо. What the fuck? Чего? Nice role play. О, сзади убили или чё? Сейчас они здесь появятся. Вот они. Да убейте вы гранатометчиков, придурки. Здорово, уроды. Сюда, да? О, найс. Сейчас постреляем, пацаны. Кого вон там были, помню. Опа. Где Шепард, кстати? Поехали. Сейчас мы в город въезжаем, я так понимаю, да? Поехали, чё? Это наши. Окей, понял. Ничего, тут чисто. Оверлорд, это Хантер 2-1. Проходим тоннель Харви через Элизабет Стрит. Вас понял, Хантер 2-1. Идите осторожнее. Спокойно, ребята. Это дикий зал. Опа. Гражданский подходы. Следите за переулками. Это кто такие еще? Опять ты? А вы кто, пацаны? Пошли отсюда, козлы. Чё? Я даже не попал по ним, алло. Что за бред? Где все это, алло? Пацаны. Опа. Здорово. Опять ты. Следите за переулками. Полюбас его бежит. Или он тут точно все как-то. Вон он. Вот отсюда выйдет. Ой. Кто такие? Опа, вижу кого-то. Откуда, откуда? Вон, вижу, вижу кого-то. Почти.
красиво. Ох ты, ёж. Откуда тут не вчера пошёл? Да что это такое? Да алло, откуда? Бесит меня это. Пацаны, давайте быстрей. Где-то тут был, вот он, пулеметчик. Откуда? Алло? Пошли в жопу, уроды. Ай, случайно был своего. Да беги ты, беги, алло, даун. Тупо у меня челика АФК. Наконец-то побегаем. Очки. Ты пошел ты. Опа. Опа. Есть еще, да? Поехали. Да пошли же все. Сейчас. Вот дюдо. Да пошел ты уже сдохнул. Кто стреляет? Кто там еще? Поехали, че? Да вот уроды, сколько вас тут. Где? Нету никого. Да убейте вы его. Соло. Вот никого. Что такое? Ой, ноль, ноль типов убил, найс. А-а. Где он стреляет? Алло, откуда? Можно, пожалуйста, и справа уже не сидеть, а выйти? Чтобы я вас убил. Молодой чемодан. А это наши. Так. О, это наш командир, найс. Окей. Здорово. Я тут. Пошли.
Здорово. Это мы где вообще? Капитан МакТавиш. Опа, что это такое? На. Нельзя. Ну, пошли. Стрелка не горит, следовать. Ой. Окей, давай. Понял. Чё-то мы так долго и прошли там. Это так, окей, понял. Ну погнали. А, я так понимаю, держать. Окей. Понял. Принял. Дядя хлопани там, хотя это сам. Ты где там, ау? О, здорово. А, ты мне кидаешь или что? Чё, больная что ли? Как там? Ну чё, разбег нам, типа. Поехали, чё? Не отпускаю, братишка. Поехали. Ты там забираешься? Ну, наконец-то. Опа. Значит, сейчас кого-то мочить идем, да? Отлично. Роуч, проверь датчик сердцебиения. Надо три. Так, ну-ка. А, да, все. Понял. Оп. Оп. Роуч, эти клоуны даже не подозревают, что мы здесь. Повижу. Давай потихонечку. Твой тот, что слева. На счет три. Раз, два, три. Отлично. Окей. Пошли дальше. По радару все чисто. Что у тебя? Ауги, о, сильверы, походу. Опа, вижу кого-то. Близко. Это тут. Типа что, база? Кого-то вижу. Опа, пацанчика 23. На счет три. На. Хедшотик поставил ему. Вроде никого больше нету. Вроде как. Боже, вообще топать тут. Подвигается буран. Или так и будем сидеть. Пошли, чё? Разделимся. Я возьму тепловизор и буду наблюдать за обстановкой с холма. А, ты мне тут скидаешь? А мне можно так? Опа. Не увидит, пока ты не подойдешь вплотную. Вот так, да? Не следи за датчиком сердцебиения. Удачи. Спасибо. Так, пока никого не вижу. Вижу. Где-то тут, вот пацанчик. До свидания. Вот это выстрел. Конечно, это я же стреляю. Ух ты, во сколько. Нихера себе. Видимо, на холме, где-то чувачок, вот он, да. Надеюсь, он умер. Один тебя заметил. Неплохо. Я знаю. Где еще один? Вот он. Вроде убил, да? Да, убил. Окей. Так, вижу двоих спереди. Так, одного. Хорошо. Вот. А, тут их двое, я так понимаю, да? Есть, я перехватил их переговоры. А как тут? На юго-восток и заложим взрывчатку на заправочную станцию. Здорово. Если что пойдет не так, переходим к
Окей, понято. Так, два еще где-то тут, в здании, по-моему. Машина или грузовик? Отличный выстрел. Так, а тебя сейчас мы по стелсу. На! Весело. Так, нам куда вообще? Туда. Давайте я всех зачищу, а потом пойду. Мало ли запалят, а потом убивать падал этих. Так, вижу одного, походу, тут где-то близко. Ну да, он, походу, близко где-то здесь. Вот он. Здорово. Так, еще где-то пацаны. Роуч, заправка к северо-востоку от взлетно-посадочной. Да я понял, братиш, я убью всех, а потом приступлю к твоей заправке. Опа, ты ничего не слышал, братишка. Это был ветер. Так, еще где-то покажи-ка. Радарчик. Стоит чё. Кэш. Так, еще где-то есть. Вижу, да. Вон, вижу, типа. Оп-оп-оп-оп, пацаны, тихо, спокойно. Меня тут нету. Вам всего лишь показалось. Где они? Алло. Вижу одного сюда ко мне вроде идет, да? Вот он. Подходи, братишка. Роуч, найди заправочную станцию, она к северо-востоку. Да подождите, я всех убью. Падли. Сейчас, сучонок. Так, слышу кого-то где-то. Они меня палят-то. Хм, додумались. Потру. Так, вижу типа. До свидания. Так, вижу двоих еще. Сейчас мы тоже. Так, все, они сдохли, да? Да, отлично. Теперь можно спокойно идти, я так понимаю. Да, вот никого нету. А я куда иду, дружище? Какое-то движение на полосе. Тут группа бойцов, 20 с лишним, похоже, идут к тебе. Вот и заправочная станция. Куда? Вон туда, окей. Побежали. Я тут еще кое-что перехватил. Насчет спутника. Так, подожди. А, похоже, спутник в дальнем ангаре. Беги туда, быстро. Уже. Так, отсюда, да? Так, он тут, да? Лол, алло, откуда ты тут? Так, подожди. Вижу кого-то на радаре. Ну, убью на всякий случай. Просто так. Все? Да, все. Только капитан МакТавиш. Стоп, у тебя калаш. Откуда? Так, здорово, шмирь-курьер. Найди наверху модуль автоматической системы контроля. Окей, понял. Тут никого не будет, но надеюсь на это. Да вроде нету. Опа. Роуч, меня заметили. Не дергайся и не стреляй. Да кого-нибудь попаду сегодня? Нет вообще. Алло. Шмирь курьеры, здорово. Привет. Какие планеты? Кого-то слышу. Да не надо, я сейчас их завалим спокойно и пойдем. Что ты слышишь?
лежать там. Кто-то есть? Да, есть. Алло, откуда стреляют-то? Ну, до свидания, пацаны. Ой, сори, братишка. А им сработал. Ну, со всех сторон стреляют, алло. Пацаны. Ну, вас нахер, я пошел, короче. А, ну давай я тебя крою, окей, давай. Пошли вы. Куда шмаляют? Погнали, братишка. Фаст побежали. Пошли. Опачки. Врач вам не нужен. Откуда только что был один, уже два. Где все? Давай, поехали. Куда? Куда едем? А, вон вижу. Да я еду, что-то орёт. Здорово, пацаны. Я чё, умер? Хилься быстрей. Опа! Да это за себя волнуйся, ты там, алё, Вась. Систему автоматического контроля. Два бойца вынесли целую базу. Твоя задача будет еще сложнее. Так, пацаны, думаю, на этом закончим сегодня. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.